Слава Иисусу Христу! Наш путь продолжается. Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Говорит сегодня Иисус двум братьям Завидеевым. Послушаем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе, Господи! И восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцем моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам рабом». Слово Господне. Слава Тебе, Христе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы послужить нам. Он отдал жизнь. Мы часто ругаемся на то, что грязные подъезды, непочищенные дорожки, много снега в конце марта, а мы уже устали его убирать. А если поднять эту одну бумажку, будет на эту бумажку чище. И твой сосед, и ты сам будешь радостнее. Можно почистить дорожку, думая о людях, которые будут по ней проходить. Может, это мои прихожане, а может, неважно кто, другой человек, и ты ему послужил, он стал радостнее. Иисус любит, Иисус служит, Иисус этому учит. Сегодня мы благодарим Иисуса за дар крещения, а это включает нас не только в сферу молитвы, мы верующие, мы умеем молиться. Это включает нас в жизнь, похожую на жизнь Христа. А быть похожим на Христа – это служить.